Можно ли вообразить более грубое, более циничное попирание самого главного права любого ребенка – право жить и расти? Это страшная дата. Она будет кровоточить до конца наших дней. Боль и страшная память не пройдут. Никакое время не исцелит эти раны. И я обращаюсь к вам, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры погибших, друзья. Ваша боль не пройдет. Она не ослабнет. Ваша рана никогда не излечит. Людям свойственно забывать. Это естественная защитная реакция человека. Вы не забудете это никогда. Я была с вами первых минут после того, как вам пришла страшная весть. Как могла, старалась разделить и облегчить вашу боль. Я знаю, что она неизлечима. И здесь, на этом самом страшном месте, я снова заверяю вас, мои двери всегда открыты. Я всегда буду вместе с вами. Всегда помогу, чем смогу. И точно так же перед вами всегда будут распахнуты двери Министерства абсорбции. Пусть память погибших навсегда останется в каждом сердце. В моем, как и в вашем, она останется навеки. Да будет она благословенна.